Добрий вечір, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник одним своїм виглядом, навіть поглядом, наводить жах не лише на пересічних громадян, але й на суперників на боксерському ринзі. Втім, незважаючи ні на що, він дуже добра і чуйна людина, справжній богатир з російських народних казок. Сьогодні у нас в гостях чемпіон світу Ніколай Валуєв. Хто з боксерів вам нравиться? От ваш ідеал в боксі хто? Вряд ли я бы назвал идеалом. Мне нравится и очень импонирует Али. Но только лишь в каком-то узком аспекте. Тайсон? Тоже в узком аспекте. Понимаете? Я бы не назвал ни одного боксера, который бы стал бы им идеалом во всем. Кто из героев боевиков вам нравится? Шварценеггер, может, Сталлоне, Ван Дамм, Сигал, Чак Норрис? Они все мастера своего дела, правда, реально, которые сделали себя. Это люди, которых мы сегодня знаем, вот эти имена. Если говорить только о внешней стороне, наверное, в большей степени Шварценеггер, потому что это как-то более-менее подходит для меня, да? Но они все положили очень много труда для того, чтобы мы сегодня знали эти громкие фамилии. А труда много требуется, правда? Вот вам. Труда не бывает слишком много. Просто надо точно знать, что труда должно быть по определению много. Сколько часов в день вы тренируетесь? Ну, наверное, 5. Все-таки. 5 часов? Около 5. Каждый день? Нет, конечно, нет. Если это подготовка такая серьезная, то в четверг это поменьше, и в воскресенье это отдых. Вы выходите из зала в нормальном состоянии или выползаете? Нормальное состояние на определенном периоде подготовки, когда ты выползаешь из зала. И в определенное время ты уже должен все-таки выходить более-менее бодро. Вам приходится себя заставлять? Ну, например, на улице жара, в зале плохо, руки тяжелые, ватные, не слушаются, а надо. Приходится заставлять себя? Абсолютно. Приходится заставлять себя просто, чтобы проснуться утром. Хочется поспать. Вот ты уже начинаешь заставлять себя. Вы спросите любого спортсмена, и они вам скажут все, как один, что они себя в определенном смысле заставляют. Бывает такое, что в зале вы уже теряете сознание от перенагрузки? В зале? Нет. Было один раз. Очень был длинный кросс. Правда. Потерял сознание. Упали прямо? Угу. Очнулся. Лежу. Гипс. Очнулся гипс. Почему, как вы думаете, о боксерах слагают так много анекдотов? Они сами являются причиной, чтобы эти анекдоты придумывали. В каком смысле? Дают повод. Вы о себе слышали анекдоты какие-нибудь? Я прошу секретаря записывать их. Я не хочу рассказывать слишком старые анекдоты, но один из первых анекдотов был связан немножко с политикой. Значит, идет пресс-конференция у мэра Киева Виталия Кличко. Вдруг он, демонстративно взглянув на часы, просит прервать уже пресс-конференцию. Просит извинений, говорит, у меня сейчас запланирована встреча с мэром Минска Сергеем Лиховичем и с мэром Санкт-Петербурга Николаем Валуевым. Ну, это старый, очень старый анекдот. Один из первых, который я вообще, в принципе, услышал со своим участием. Затем были анекдоты уже, как бы, про грабителей. В одиночном варианте, когда только я один там фигурировал. Но я понял на тот момент, что вот это действительно такая народная слава, народная известность. Вот, кстати, народная известность, как вы ее воспринимаете? Не давит она, не мешает жить? Вы знаете, ее по определению надо воспринимать нормально, как погоду. Природы нет плохой погоды. Наверное, все-таки это лучше.
Да, это может мешать. Но есть способы свести к минимуму какие-то негативные стороны этой известности. Когда я вас сегодня встречал у входа в гостиницу, вы переходили дорогу, я вспомнил Сергея Михалкова про дядю Степу. Вы так остановились посреди дороги, машины эти снуют туда-сюда, и вы стоите такой огромный посреди дороги. Люди бросаются... Палочку не хватало. Да, да. Люди бросаются к вам, когда вы заходите в ресторан или куда-нибудь в зал аэропорта? Бывает, и бросаются. Бывает, просто подходят. Но в большей степени вообще в Санкт-Петербурге в основном народ такой достаточно воспитанный и подходит. Аккуратненько спрашивают, можно ли сфотографироваться. А те, что бросаются, ну, скорее исключение. Я помню ситуацию, которая возникла у вас с охранником возле стоянки Дворца спорта, когда якобы выпустили в ход кулаки. Для меня было абсолютно понятно, что, видимо, идут какие-то закулисные игры и хотят вас выбить из седла, из колеи, то есть вывести из себя, чтобы вы начали нервничать и где-то что-то пропустили. Это так и было или действительно была какая-то ситуация? В итоге, в начале, когда все-таки это началось... Зачем так такому большому человеку? Раздули. В итоге, поначалу вроде бы все к тому и шло. Но, может быть, моя реакция была не той, что ожидали. И все это дело пришлось уже потом спускать на таких тормозах. Это вяло текущий такой процесс превратился. Стало уже неинтересно. Вам было обидно в самом начале, когда газеты начали писать об этом, телевидение говорило? А на определенном этапе было. Обидно, что... Нет. Что было, там было? Было что обидно, там было что... вообще? Было обидно, что все это, так скажем, активно поддерживается. Но я потом, в принципе, я понимаю газеты, я понимаю СМИ, им подавай скандал. Сенсация, да. И вот они его получили. Особенно с моим участием, это такая редкость, почему бы вот не воспользоваться моментом. Просто потом, после всего этого, уже, когда переписали уже все, переложили из одного в пустого порожнее в тысячу раз, люди, которые покупали газету с очередной этой сенсацией, читали десятый раз одно и то же, и интерес сам по себе сошел на нет. А что произошло вообще? Выходили... Неприятность, скажем, которая происходит... Не с миллионами, но, наверное, с тысячами. Не в конкретном случае там с охранником, но люди встречают хамство на своем пути. В моем случае хамство было по отношению к моей жене. А как человек я известный, все это выползло вот наружу. Выползло в прессу и прочее. А сплошь и рядом такие моменты происходят каждый день. Сотнями. Особенно в России. Тысячами. Особенно в России. В России. Вообще, я думаю, что это происходит вообще и в мире. В принципе, просто с той долей, что если в таких инцидентах участвуют известные люди, это все раздувается. Вы где-то признались, что в 90-е годы вам приходилось общаться с людьми, которых в народе тогда называли братвой. Но я хорошо помню 90-е годы, и если бы я руководил какой-то бригадой или ОПГ. ОПГ, или тем более ОПГ, я бы обязательно вас привлек к работе, потому что вам не надо было размахивать кулаками, но просто прийти и сесть. Тихонько в уголочке. А, эта работа, в кавычках, закончилась бы даже таким безобидным способом, как посидеть в уголочке. Очень печально, рано или поздно. И для многих так и закончилось. Я это прекрасно понимал. Но были предложения такие? Ну, конечно. Но мне, в принципе, давно было ясно, что до хорошего этого не доведет. В общем-то, меня от этого всего спас, по большому счету, бокс. Благодаря боксу я не оказался там, где
очень многие сейчас оказались. Кто-то жив, а кто-то уже нет. Многих нет. Да. Я помню то время, вы знаете, я помню прекрасных ребят-спортсменов, которые имели все данные, и все было у них замечательно. Им не на что было есть, не на чем было ездить. Соревнований как таковых не было, все было развалено. И тогда к ним просто приходили и говорили, вот смотри, вот тебе на, только посиди. И многие очень известные спортсмены этим занимались. Вот. Ну, это данность. Не только спортсмены этим занимались, давайте будем говорить. Войны афганцы те же. Да. Такой богатый опыт. Бывшие спецназовцы. Да, спецназовцы. Бывшие сотрудники правоохранительных органов. С такими знаниями они были всегда востребованы. Скажите, а вы сами сталкивались с рэкетом? Все-таки вы зарабатывали деньги, к вам не приходили, не пытались, слава богу, нет. Не пытались сказать поделись? Поделиться. Потому что со многими спортсменами обходились в то время не очень лестно и уважительно. А, может быть, по хоккеисты, той причине, футболисты. Что я, знаете как, занимался тем видом спорта, где те самые братки, они сами этим всем занимаются. Очень многих знаешь. И я, наверное, избежал этой участи. Просто-напросто. В американской прессе писали одно время, что вы были связаны с криминальными лидерами, боссами Санкт-Петербурга. И что мафия – это ваши друзья. Вот, ну, американцы, они могут раздувать, русская мафия и так далее. Вот вы знали людей, которые действительно держали Санкт-Петербург? Знаете, у меня такое впечатление, что ничего-то особо не поменялось. Меняются на театре лица. А люди, которые, будем говорить, так, теневую сторону держат, они так как держали, так и держат. И ничего в этом мире не изменится и никогда не изменится. Ну, им наверняка было лестно с вами познакомиться, просто даже сфотографироваться, правда? Ну, конечно. Все это этих было. Фотографий полно, я думаю, таких фотографий. Может быть, они лежат даже где надо. У нас там на Литейном, в большом доме. Конечно же. Вы знаете, у меня, мне... Не раз книжки попадались, где пишут там «Криминальный Петербург», «Криминальная Россия», там, ну, такого названия громкого. Там всегда есть фотографии. И фотографии, где лидеры, скажем так, мафии, будем ее называть. ОПГ. ОПГ, теневой стороны нашей страны, да, запечатлены с очень известными ныне и в прошлом людьми. Ну, им же приятно, они же живые люди. Ну, не мне разбираться, кому там что приятно, неприятно. Просто-напросто мир, он многогранен. Они точно такие же люди, как и все. Абсолютно. Просто они избрали для себя род деятельности, вид деятельности, такую работу. Что ли? Кто-то пошел в инженеры, кто-то пошел в дворники, спортсмены, еще куда-то, политики. Они решили занимать вот эту нишу, да? То есть это как определенная сторона жизни. А от этого никуда не деться. Я знаю, что главное ваше увлечение – охота. На кого вы предпочитаете охотиться? Да нет такого, кроме чтобы соперников по рингу. Не было такого, чтобы у меня есть вот пристрастие в охоте, да? Будем называть, что охота по перу на птицу более интересна, она такая захватывающая, она очень динамичная, и можно к этому процессу привлекать большее количество людей, то есть, значит, это веселее все выглядит гораздо. Но важен не сам процесс там, добычи, а важен процесс самого движения, нахождения на природе.
там, выстрел, это такой момент один, буквально там доля и все. Вы блестяще сыграли главную роль в фильме Филиппа Янковского «Каменная башка». Спасибо, каково... раз вы так считаете. Блестяще, я считаю абсолютно. Спасибо. Каково было сниматься вообще вам, профессиональному спортсмену, чемпиону мира в кино? Вам интересно самому было? Если бы мне было интересно, не снимался бы. Я точно знаю, что съемки фильма, которого мне сейчас предлагают, попадут на сентябрь месяц. И я вынужден отказаться. Хотя мне очень хотелось. А что за фильм? Это сказка. Современная сказка, где надо было сыграть Илью Муромца. Класс. Так называется, скажем так, персонаж. Самим Ильей Муромцем он буквально становится где-то в финале, где такая центральная сцена, мысль фильма, я бы сказал. А в остальном, да, понятно, он Илья Муромец, но в современном мире. Это вот было очень интересно, это поучительная такая история, как бы вроде выдуманная, вроде нет, с реалиями сегодняшними. К сожалению, я вынужден отказаться. Я уже не раз отказывался, но сегодня я занимаюсь плотно и конкретно боксом. Ну, Филиппа Янковского интересно было на площадке? Вам понравился сам процесс? Я посмотрел изнутри на процесс, как вообще рождается кино. Это было очень интересно. Это было нелегко, скажу честно. Потому что 2 недели были одна с другой постоянные ночные съемки, когда нельзя было нормально поспать. Это жуткий процесс. Для спортсмена это жуткий стресс, потому что мы привыкли ночью отдыхать. Да, отдыхать. Я знаю, что во время съемок в фильме «Каменная башка» вы пропустили неожиданный удар от актрисы Оксаны Фандеры, жены режиссера Янковского. Вот это я уже списываю на вот эту ночную усталость. Как это могло быть вообще? Она должна была меня ударить. Как это сказать? Она зачастила. Дерзко. Нет. Все было на самом деле. Просто там есть сцена, где она пытается ударить, а я как боксер парирую, да, она промахивается. А тут что-то меня отвлекло, я не помню, что-то на площадке, кто-то что-то сказал или что-то там упало. И в момент удара я повернул голову, она... По лицу прям. Ну не свалила хоть, нет? Ну видите, нормально. Как может такая хрупкая женщина свалить? Тем более это выглядело как пощечина. Я знаю, что Плющенко пригласил вас одно время в проект «Звезды на льду», и вы отказались. Почему? Во-первых, я не умею кататься на коньках. Я попытался это сделать. Достали мне коньки такого размера. 51-го. Встал я на них, вышел на лед. Я понял, что, ну, если я буду еще хоть там минут 10 что-то там пытаться кататься на льду, то меня увезут на носилках. Я сказал, все. Коньки теперь эти, как сувенир, у меня в гараже там лежат где-то в коробке. Было бы шоу, конечно, на все времена, если бы вы вышли на лед, по большому счету. Это точно, это был бы цирк. Цирк на льду. Цирк на льду. Говорят, что в автомобиле вы любите петь. Это правда? Играют, когда у меня кассеты, диски теперь, с русскими народными песнями. Вот, ух ты. Вот это да, можно попеть. Вообще пение, оно раскрепощает и создает настроение определенное. Вы хорошо поете? Не. Упаси Господи. Не упаси Господи услышать, как я пою. Вы наверняка не можете не задумываться, кем вы станете, уйдя из профессионального бокса. Вот так, навскидку, куда вы пойдете после спорта? А спорт так и останется такой основной
моей профессии останется спорт, это как жизнь. Невозможно выбросить то, что уже такими корнями с тобой сплелось. И неважно, чем бы я ни занимался в дальнейшем, все это будет где-то как-то крутиться вокруг спорта. Даже если это будет политика, все равно это будет такой труд на ниву или на благо спорта. Ну вот вы наблюдаете наверняка за Виталием Кличко, за его шагами в политике, даже когда он стоял на Майдане, на трибуне, вы помните, во время Оранжевой революции. Да. Вы видите себя в роли политика? Да, я вижу, что это возможно. Одно дело, что здесь надо быть, вот если в спорте надо быть предельно осторожным, то в политике надо быть в десятеро, наверное, предельно осторожным и вовремя уворачиваться. Да. Уметь уворачиваться. Потому что очень такое, достаточно такое грязненькое дело, политика. Ну, как бы ни для кого не секрет, что это так. Не ждешь удара, а он летит. А он летит из-за спины и привет. Вы являетесь лицом русской водки. А как это? Уже нет. Уже нет, да? Я думаю, что с этим делом покончено, потому что, да я не думаю, в принципе, я это уже сделал. Нельзя сочетать несочетаемое. Попробовав один раз, пускай это был, скажем так, продукт, да, его качество и все, но все-таки невозможно сочетать тот образ, который я стараюсь создавать, особенно который важен молодому поколению, и связывать его с водкой стоит. Ну, я думаю, это от того, что наверняка на Западе вы воспринимались как символ такого большого, могучего русского человека. Правда? Может быть, и от того. Надо все-таки быть очень разборчивым в том, что представляешь? Как вы познакомились с женой? Можно сказать банально, но я понимаю, гораздо позже я понял, что да, это судьба. Единственный человек, которым я настолько увлекся, что решил завести всерьез и надолго, навсегда, свою семью. Это как-то в компании произошло? На дне рождения. Так, мимолетно, искрометно. А почему нас друг другу потянуло, мы сами до сих пор не знаем. Но ее почему потянуло, я догадываюсь. Да нет, Галя как раз абсолютно, мы же потом уже не раз это обсуждали. Ей просто было интересно, а не от того, что она: о, да, я хочу с ним познакомиться. Нет. Не, ну интересный парень, харизматичный, но почему нет? Даже если не знать, чем нет, вы занимаетесь. На тот момент она еще не могла оценить, насколько я там харизматичный. Что с моей, что с ее стороны, это было просто... Мы сами не понимаем. Вот захотелось. Она высокая? Нет. Какой рост? 1.64 или 1.65. Что такое? Ну, я не представляю, как это 1.64. Понимаете... Все тянется к противоположному, да? Наверное, в этом случае то же самое. Мне нравится обладать такой вот миниатюрной женщиной. Вы носите ее на руках? Да, конечно. Вы дарите ей подарки? Обязательно. Вот что вы такого запоминающегося? Она любит, как и все женщины, подарки. Что вы запоминающегося подарили такого в последнее время? Ей запоминающимся или мне? Давайте начнем с вас тогда. Ну, наверное, все-таки запоминающийся — это все-таки, наверное, драгоценности. Она как лев по гороскопу. Ну, ей нравятся камушки. Я и не отказываю в этом, в этой слабости. В этой маленькой слабости.
Вы сентиментальный человек? С возрастом, я думаю, что стал больше сентиментален, чем был раньше. Но это связано только с детьми. Но вот жене вы признаетесь в любви? Если да, то как часто? Чем чаще, тем лучше. И другим советую. Потому что проявление любви, а еще озвученное, а женщины любят ушами, но вообще-то подтвержденное делами, на всякий случай. Мужикам нельзя об этом забывать. А стоит делать часто. Потому что семья семьей, быт и прочее, они могут заедать человека, да? И никогда не поздно лишний раз напомнить близкому тебе человеку, что ты его любишь. В моем случае я это делаю не вынужденно, не потому что так надо, а потому что мне так хочется. Поэтому все замечательно. Вот говоря о сентиментальности, мне интересно, такой большой, неприступный, мощный, суровый человек с виду способен заплакать от увиденного фильма, от прочитанной книги? Фильма и книги нет. Он может вызывать эмоции близкие, да, но слезы навряд ли. Потому что это фильм. Реально. Вот от чего жизненная ситуация, она может вызвать слезы у любого человека, в общем. Например, у вас что вызвало слезы? Ну, это было уже давно. Помните случай в Беслане? Конечно. Ну вот это да. Это, конечно, страшно, это трагедия. У вас дочь и сын подрастают. Вы бы хотели, чтобы сын занимался боксом? Боксом? Так он займется тем, что хочет, в первую очередь. То, что он просто обязан ощутить соперника против себя один на один, это однозначно. По крайней мере, он сейчас ходит на дзюдо и на футбол ходит еще. Так. Да. Рост большой у него? Он высокий мальчик. Я бы не сказал, что он супер там выделяется на фоне своих сверстников, но он однозначно их выше. Только время покажет. А дочка? А дочь-то еще маленькая. Ну, вот видите, я думаю, что вам предстоит увидеть богатырей внуков. Видимо, тоже через поколение как-то будет. Может такое быть. Для меня не так важно, какие высокие они будут. Важнее, какие они будут здоровы и, конечно, насколько мне удастся сделать так, чтобы они были умные. То есть развить их способности, чтобы они могли этим пользоваться в жизни. Вы знаете, у нашей сегодняшней беседы есть один недостаток, она подходит к концу. Давайте уберем этот. И мы уже его никак не уберем. Да. А сейчас на вас смотрят миллионы людей, и среди них очень много влюбленных в вас женщин. Да, вы так думаете? Я в этом уверен. И, знаете, я, кстати, слава богу, не давал повода. Ну, объяснить как. Вот у меня не разрывается в этом плане там почта, ну не почта, официальный сайт на этот счет. Я немножко другого полета, в другой нише нахожусь. Я не знаю о другом полете, но вот в советское время у людей висели на рабочих местах портреты Ленина, Сталина, Брежнева. Угу. А вот у нашей сотрудницы одной висит на рабочем месте ваш большой портрет перед ней на компьютере. Ничего как раз себе. И она на вас каждый день смотрит. Вот я бы хотел, чтобы для людей, которые вас любят, не обязательно женщин, но и мужчин тоже, для поклонников бокса, для поклонников Валуева боксера, чтобы вы пару слов буквально сказали, потому что они от вас этого ждут. Вы уже за меня очень много сказали. В первую очередь сказать огромное спасибо за их расположение ко мне, за их любовь. И я и впредь буду стараться не обмануть их надежды. Постараюсь, может быть, сделать что-то новое, что привнесет какую-то, как вы говорите, харизму, да? То, чего не знали, или что-то такое сделать по определению, чтобы им понравилось. А самое главное, как спортсмен, хочу им всем пожелать здоровья. Я говорю сейчас не конкретно о своих поклонниках,
а вообще о всех, кто будет смотреть передачу. И сегодня нам не хватает в наш век, когда мир трясет экономический кризис, нам реально не хватает где-то любви, тепла, участия. Мы все в таком жестком режиме вынуждены работать. И я хотел бы пожелать, чтобы иногда мы смотрели вокруг, видели прекрасное и умели этому радоваться. И хотя бы на основании того, что жизнь дана один раз, и надо попытаться, даже пускай, может быть, все плохо, увидеть какие-то хорошие стороны в жизни и суметь этому радоваться. И еще учиться радоваться успеху других. Это очень важно. На самом деле, уметь это делать, и тот же самый успех не замедлит прийти к вам. Вот, может быть, на такой ноте. Ну, видите, хотя говорят, что вот боксеры, они малоинтеллектуальные, потому что их часто бьют в голову. А я сегодня с вами пообщался. Надо не давать. И понял, то ли вы голову не давали, не подставляли под удары. Не надо подставлять голову. Это очень такая тонкая субстанция. Я получил огромное удовольствие от нашей беседы. Вы замечательный собеседник, умный, рассудительный. Дай Бог вам здоровья. Побеждайте. Я не могу пожелать вам, поймите правильно, победы в бою с Виталием Кличко. Все нормально. Да, но, тем не менее, я хотел бы, чтобы вы реализовались и после ухода из большого спорта. Спасибо. И дай вам Бог здоровья и успехов. Хочу пожать в заключение вашу широкую руку. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був справжній російський богатир, чемпіон світу з боксу Ніколай Валуєв.